совсем не так. Я решила спеть наши песни так, как бывает в жизни, а не как нафантазировали поэты. Вот слышали такую песню? Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье. Слышали? А помните, девчонки, как там дальше по тексту? Значит, он ей купил дом, привел ее туда за ручку, и вот она сидит и смотрит, а белый лебедь на пруду качает падшую звезду. Девочки, поднимите руку, кому мужик подарил дом в Подмосковье с лебедями. Давайте, не надо стесняться. Работаем. Ну, хоть одна рука. Знаете, что самое смешное? В Подмосковье такая же картина. Максим говорит, а с гусями мне только лебеди и тишина. В общем, девчонки и подростки, не комплексуйте. Вот сколько исполняю этот номер, в этом месте тянут руки только пьяные мужики. Ну потому что в жизни так не бывает. Да, Оксана? В жизни бывает вот так. Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, засажу огород и лопату куплю, 20 грядок свеклы, 40 грядок с морковью. На природе могла что быть, а так. Без тебя.
Понимаете, да? Верите? Мужик без жены приехал на курорт и проколачивает зря жизнь. А даже Оксанка не верит. И правильно делает, потому что на самом деле эту песню. Мужчина свободный, без жены, спел бы вот так вот. Thank you.
нежные, ласковые, романтичные. И тогда между нами и вами, Оксаночка, обязательно будет вечная любовь. Она как солнце луч коснется нас, развеет сумрак.